Святаго Отца нашего Иоанна Златоуста к Феодору Падшему. Увещание первое. Продолжение. Знаю, что ты теперь восхищаешься красотою Ермионы и думаешь, что на земле нет ничего подобного ее благообразию. Но если ты, друг мой, захочешь, то будешь настолько благолепнее и прекраснее ее, насколько золотые статуи лучше глиняных. Если красота телесная так поражает и увлекает души многих, то когда она заблистает в душе, что может сравниться с такой красотой и благообразием? Телесной красоте основанием служит не что иное, как слизь, кровь, влага, желчь и сок принятой пищи. Этим наполняются и глаза, и щеки, и все прочее. А если они не будут каждый день получать такого напоения, истекающего из чрева и печени, то вместе с тем, как только кожа высохнет, более надлежащие и глаза впадут, и вся красота лица тотчас пропадает. Так что если ты представишь себе, что именно скрывается внутри прекрасный глаз, что внутри прямого носа, что внутри уст и щек, то благообразие тела назовешь не иным, чем как гробом поваленным. Такой нечистоты полна внутренность. Далее, если ты увидишь тряпку, запачканную чем-либо из таких веществ, например, слизью или слюною, то не захочешь и концами пальцев дотронуться до нее, даже не станешь и смотреть на нее, а вместилищем и хранилищем их восхищаешься. А твоя красота была не такова, но настолько выше ее, насколько не было лучше земли, или вернее сказать, гораздо еще блистательнее и превосходнее. Конечно, никто никогда не видал души самой себе без тела. Но я попытаюсь представить тебе красоту ее иначе по сравнению с высшими силами. Послушай, как их красота поразила мужа желаний, намереваясь изобразить их красоту и не могши найти такое тело, он прибегает к металлическим веществам, но не удовольствовавшись ими одними, взял пример еще блеск молний. Если же те силы, проявившие существо свое не во всей чистоте обнаженности, но весьма неясным и прикровенным образом были, однако, столь блистательны, то какими должны они являться без всякого покрова? Нечто подобное надлежит представлять и о красоте души, ибо они равны ангелам, и суть Сыны Божия. Лука 20:36. Даже между телами те, которые легче и тоньше приближаются к бестелесным предметам, гораздо лучше и превосходнее других. Небо прекраснее земли, огонь воды, звезды, камней, а радугой мы восхищаемся гораздо более, нежели фиалками, розами и всеми другими цветами земными. Вообще, если бы возможно было увидеть красоту души телесными очами, то посмеялся бы над всеми этими примерами тел, так слабо они представляют нам благолепие души. Не будем же не родить о таком стяжании и таком блаженстве. Тем более, что возвращение к этой красоте для нас удобно при надежде на будущее. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит безмерным преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. 2 Коринфянам 4, 17-18. Если же скорби, которые ты знаешь, блаженный Павел называл не тяжкими и легкими, так как не смотрел на видимое, то тем легче тебе оставить нечистую похоть. Мы теперь зовем тебя не на опасности, не на ежедневные смерти, непрестанные удары, бичевания, узы, борьбы со вселенную, вражду от домашних, беспрестанные бдения, продолжительные путешествия, кораблекрушения, нападения разбойников, козни от сродников, скорби от друзей, голод, холод, наготу, зной, печаль о своих и не о своих. Ничего такого мы не требуем теперь. Об одном только просим – освободиться от окаянного рабства и возвратиться к прежней свободе, представив себе и наказание за похоть, и почесть за прежнюю жизнь. Если неверующие в учение воскресения предаются беспечности и никогда не чувствуют этого страха, это нисколько не удивительно,
А нам, надеющимся более на будущее, нежели на здешние блага, проводить столь жалкую и несчастную жизнь, ничего не ощущать при воспоминании о первых. Но не спасть до крайней бесчувственности, это было бы весьма безрассудно. Когда мы, верующие, будем поступать как неверные или станем вести себя хуже их, и между ними есть просиявшие житейскую добродетелью, какое, наконец, будет нам утешение, какое оправдание? Из купцов многие, потерпев кораблекрушение, не упали духом, но опять пошли тем же путем, хотя при том потерпели это несчастье не от собственной беспечности, но от силы ветров. А мы, которые можем надеяться на счастливый конец и верно знаем, что без нашей воли не постигнет нас ни кораблекрушение, ни малое какое-либо несчастье, мы ли не примемся опять за то же и не будем приобретать по-прежнему, но станем лежать без дела, сложив при себе руки. И, о, если бы только при себе, а не против себя, что означает явное безумие? Ведь если бы кто из борцов, оставив своего противника, обратил руки на свою голову и стал поражать собственное лицо, скажи мне, не причислили бы его к сумасшедшим? Дьявол поборол нас и поверг, следовательно, надобно встать, а не влочиться далее, не извергать себя в пропасть, не прибавлять к его ударам еще своих собственных. И блаженный Давид пал таким же падением, каким и ты, и не этим только, но потом и другим, то есть убийством. Что же, остался ли он лежащим? Напротив, не тот час или с мужеством встал, и не ополчился ли на врага? Итак, доблестно поразил его, и что и по смерти своей сделался покровом для своих потомков. Ибо Соломону, который совершил великое беззаконие и сделался достойным тысячи смертей, Бог сказал, что ради Давида оставляется ему царство в целости следующими словами. И сказал Господь Соломону, «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но в одни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего». 3 царств, 11 глава, 11-12 стихи. И Иезекия, бывшему в крайней опасности, хотя и праведному, он обещал помощь ради того же блаженного. «Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего». 4 царств, 19-34. Такова сила покаяния. А если бы Давид стал рассуждать так же, как и ты теперь, именно, что уже невозможно умилостивать Бога, если бы сказал сам себе, «Бог почтил меня великою честью, причислил к пророкам и вручил начальство над иноплеменниками и избавил от множества опасностей, как же я после столь многих благодеяний, огорчив его и дерзнув на крайнее беззаконие, могу опять умилостивить его?» Если бы он стал рассуждать так, то не только бы не сделал бы того, что совершил впоследствии, но и уничтожил бы и прежние свои дела. Аминь. Продолжение следует.